Всем здравствуйте, друзья! Сегодня у нас понедельник, 13 ноября 2023 года. И сегодня я хочу снова вам показать те оставшиеся видео, которые я снимала в Лас-Пальмас. Я думаю, что сегодня будет интересная тема по поводу моих покупок, по поводу модных бутиков, что я себе здесь приобрела, когда была в Лас-Пальмасе. Ну и еще такая интересная тема по поводу еды здесь в ресторанах. Может быть, кому-то будет интересно, друзья. Я очень на это надеюсь. Поэтому усаживайтесь поудобнее, пожалуйста, и давайте мы посмотрим. Посмотрите на меня. Я поверить не могу, что я, знаете, как в тех фильмах, накупила коробок, хожу по бутикам. И вы знаете, что интересно, что я всегда думала, что здесь все очень дорого, дорого-богато, а ничего себе подобного, вы знаете, совсем даже в пределах денег. Вот мне понравилась вот эта очень симпатичная такая кофточка, да, смотрите. 25 фунтов всего лишь, 25 евро всего лишь навсего. Ой, господи, у нас 25 евро, знаете, что стоит купальник? Смотрите, чтобы не ходить далеко, показываю вам купальник, я купила в Англии. Так вот, теперь еще, знаете, они же теперь отдельно цену выставляют наверх и на трусики. Так вот, 10 фунтов трусики и 14 лифчик. Так, значит, 10 и 14, 24. Но слава богу, что я все-таки купила по скидкам. Видите, 8 скинули здесь и 7. 8 и 7, 15, вроде как уже и ничего. Ну, симпатичный такой купальник, еще не носила. Вот, в Англии, если. Вот, пожалуйста, 16 евро, такая чудненькая сумочка. Когда-то искала, найти не могла себе. И сразу хочу вам показать сумочку свою. Смотрите, это я купила здесь, в Англии. Это сумочка из Тики Макса. Смотрите, вот так она выглядит. Ну, вроде бы как все нормально. Но вот она даже со скидкой стоит 22 фунта. Вот такая. Кожзаменитель обычный. Тем не менее. Вот, видите. А я что-то как-то никогда в эти бутики не заходила. Оказывается, здесь можно что-то найти. Сейчас еще посмотрю себе рубашку. Мне нужна рубашка и штаны хорошие. Ну, или пиджачок, знаете, со штанами. На мой размер. А размер у меня 18, если кто понимает. И вот найти-то трудно. Вот смотрите, рубашечки такие симпатичные. Сколько стоят они? $18, да? Смотрите, какие классные. Прям даже чудесные. Сейчас буду мерить опять. Друзья, я показала вам без прикрас свои примерки в магазине, когда я хотела купить себе брюки и рубашечку очень симпатичную. И понимаете, там очень неудачный ракурс снизу, потому что я поставила палку селфи, прислонила к стене свой телефон. Сами понимаете, что мне кого-то просить не представляется возможным, поэтому я сделала так, как могла.
Так вот, как говорится, хочу посмотреть, как сейчас порезвятся те, кто любит просто бросаться какашками по любому поводу, быть недовольными и прицепляться к любому слову, к любому взгляду, к любому шагу. А почему я так сделала, друзья, я вам в конце видео объясню. Это, кстати, не просто так. Но прежде давайте мы с вами посмотрим еще один сюжет. Друзья, сижу в ресторане. Вот такое вот открытое заведение, ресторан. Заказала себе биф под соусом сырным. Никогда не пробовала, хочу попробовать. Вот это значит стоит здесь у них 25 евро. Биф с горгонзолой. Но это почти самое дорогое тут у них блюдо. Здесь есть еще пицца, которая стоит 11-12 и до 15 евро. И дальше есть разные салаты, там по 8, по 9 евро. Кофе, конечно же, вот я тоже заказала кофе, но она мне почему-то его сразу принесла. Здесь у них, конечно, непонятная история, потому что у нас обычно напитки всегда приносят чай, кофе в самом конце трапезы, а здесь приносят сразу в начале хлеб. Вот мне принесли, кстати, я уже его съела, очень вкусный хлеб. Garlic bread называется, и он горяченький был такой, знаете, и вот этим вот чесночным маслом полит, очень вкусный. Он, пожалуй, у них вот олива еще, олива бред с оливками, тоже очень вкусный хлеб. Ну и вот этот гарлик, конечно, тоже. Ну и вот принесут, покажу вам, друзья, кто из себя представляет вот этот вот биф, самый дорогой в этом ресторане. Так, ну давайте смотреть, друзья, что мне тут принесли. А принесли мне через 40 минут. Вот мне готовили этот мой биф на гриле 40 минут. Биф с горгонзолой, с сыром горгонзола. Вот. И почему-то мне принесли очень странный такой гарнир. Боже мой, боже мой. Представляете, на дворе, как говорится, лето красное. И такой климат здесь, что и овощи, и фрукты, пожалуйста, всего полно. А здесь вообще ни единого зеленого, ничего. Ну, знаете, как говорится, уже ничего не поделаешь. Сейчас попробую вам расскажу, как, может быть, вкусно, нет? Ну, знаете, так, в общем-то, непривычно, конечно. Потом я попросила медиума, мне принесли сырой. Ну и умудрились его принести практически чуть-чуть теплым, знаете. А говорят, что готовят прямо тут с пылу с жару. Если бы они мне с пылу с жару его приготовили на гриле, как положено, то, знаете, в такую жару он все еще был бы горячий. Нет, это, не, конечно, не ресторанный сервис, скажем так. Показываю вам, как выглядит этот ресторан. Ну, в общем, знаете, друзья, конечно, все это оставляет желать лучшего. И абсолютно никакого удовольствия я не получила от этого чуть теплого мяса, которое предполагалось на гриле приготовленное, должно быть горячее. Я холодную пищу не ем. Это с животным, знаете, остужают. А я люблю горячее все. Ну, это уже мои, как говорится, проблемы. Здесь сиди помалкивай, как говорится, да. Вот, ну и больше я, конечно, уже не ногой. Сюда я больше не издок называется, нет. Но я имею в виду, что в ресторане больше я обедать не буду. Это средненький ресторан, цены средненькие, потому что я прошла туда дальше. Там есть вот этот Сибас тоже на гриле, и он стоит от 25, ну, в зависимости от этой самой, от его веса. И, по-моему, мне говорили, что где-то в среднем 30-40 вы заплатите за одну рыбку Сибас. Мы в
конце, знаете, еще была вишенка на торте, так называемая, да, когда мне принесли счет, и я смотрю, там 36 евро. Я думаю, почему-то, что это такое, интересно. И, значит, стала считать, 25 я съела мяса, плюс еще гарлик, хлеб, одна булочка, евро 50, и плюс кофе, ну пусть даже 2 евро. Это получается 28-29 примерно. Они мне принесли 36. Я стала смотреть, что такое, почему. И знаете что, они мне посчитали, вместо одной вот этой вот булочки, которую я расхваливала с чесночной, они мне поставили 6 булочек, представляете? Ну и были очень недовольны, когда я обратила их внимание на это, что они решили меня таким образом обсчитать. Они, конечно, мне вернули деньги, другой счет принесли, но факт остается фактом. Вот так, будьте осторожны, друзья. А я вот и здесь, на Канарах, в Испании, нашла китайский салон и делаю себе маникюр, педикюр, извините, за 17 евро. Вот сзади у меня кресло массажное. И девочки здесь очень классно делают. Очень аккуратненько, очень хорошо. Она мне обрабатывала одну ногу почти 20 минут. Ноготочки. Вот, 17 евро это... Вот сейчас еще будут мне массаж делать. Видите, штанишки мои подняли. 17 евро это просто супер, если учесть, что в Англии у нас тоже салон вьетнамский. Я его сейчас использую, рада до смерти, что он у нас появился. Так там делают за 28 педикюр. За 28 евро. И не очень. Никакого массажа не делают. А здесь, видите, супер. Супер-супер. Массаж, конечно. Ой, как давно мне не делали массаж ножек. И только в Таиланде. В начале года. Я очень довольна. Я его случайно, этот салон, нашла. Никто мне, конечно же, ничего тут не подсказывал. Никто не говорил. Ну вот. Вот так он выглядит. И на стене чудесная надпись Time to Relax, видите? У них здесь есть еще и вот такой вот массаж стопы, очень замечательный. Вот она так мне делает массаж, даже больновато, вы знаете. Очень даже серьезно делает массаж. Thank you very much. А это я Weatherspoon. Сейчас хочу вам показать и рассказать одну интересную вещь. Очень умная кофемашина. Просто супер. Выбираем здесь то, что нам нравится. Мне нравится капучино. И ждем результат. Пока кофе наливается, я вам как раз поясню. Weatherspoon – это сеть таких кафе, дешевых очень, английских кафе, которые есть в любом городе, в любой деревушке. И это считается, знаете, английский Макдональдс, я бы так сказала. И теперь, смотрите, теперь я снова открываю, и я хочу сюда взбитое молоко наверх. Как только так выключаем, и все. Готово. Теперь мы приходим сюда. Здесь у нас есть вот такая вот присыпка. Очень красиво делаем. Красиво, как получится. Ну и можете, конечно же, взять сахар. Я сахар брать не буду. Такая вот шикарная история здесь. Это кофе стоит фунт 50. Знаете, очень вкусный кофе. Большая кружка, видите, да? Фунт 50, как я сказала, стоимость. Но это еще не все, друзья. Самое интересное, что вам эту кружку дали
вы идете на самообслуживание, как вы видели, да? Я сделала только что. И если вам не хватило одной кружки кофе, вы ее выпили, вы можете идти и наливать снова еще одну кружку, что вам там больше всего нравится. Можете еще латте взять, можете просто молока горячего. То есть заказывайте все себе там и наливайте за единственную плату. Вот я еще раз уточнила, потому что я не могла поверить, что здесь просто коммунизм такой, да? Но это на самом деле так. Так что, если кто не знает, пожалуйста, пользуйтесь, живущие в Англии, русскоговорящие. Обычно здесь очень много людей. Ну, я говорю всегда очень много, это по меркам английским, потому что обычно в кафешках не очень много людей, скажем прямо. Ну и, конечно же, мужчины приходят пить пиво, потому что очень дешево. И здесь обычно просто роятся целые толпы мужчин компаниями или одиночками. Вот можете увидеть. Конечно же, может быть и парами тоже. Но по-всякому. Вот видите, одиночки здесь у нас сидят. А здесь у нас компания. Вот. И я уже, по-моему, говорила вам как-то, что они здесь, некоторые приходят даже знакомиться. И вполне успешно находят себе пару. Вернемся к тому, о чем я обещала вам рассказать. Почему я показала вам себя в таком неприглядном виде? Вид снизу, он всегда неприглядный. Так вот, я хочу объяснить, для чего я это сделала. Во-первых, мне хочется посмотреть, как много еще осталось, несмотря на все фильтры и запреты, несмотря на то, что я заблокировала больше 1000 человек, как много еще осталось вот таких вот злобных, завистливых людей на моем канале. Бороться с ними для меня уже не представляется возможным. Что-то объяснять практически бесполезно, вы сами это знаете. Нарвешься еще на более неадекватные ответы. И эти хейтеры, знаете ли, они ведь не только мне портят жизнь, если бы только мне. А об этом говорят все постоянно. И даже самые прекрасные, распрекрасные, спокойные, уравновешенные люди. И то, бывает, их выводят вот эти вот злобные, завистливые, ненавистные комментарии, с которыми бороться практически невозможно. Кто-то может мне сказать: ну а зачем вы тогда вообще ведете свой канал? Я задумывалась об этом тоже неоднократно. Но понимаете, мне очень нравится вести канал. Мне очень хочется показать людям то, что они, возможно, не видели. Чем-то поделиться, каким-то своим опытом. Что-то, может быть, рассказать того, что еще не знают люди. Да и вообще, мне это очень-очень интересно. И вот знаете, когда я рассказала вам о мужчинах здесь, в пабе, да? Показала, что люди здесь приходят знакомиться специально. Я рассказала это и показала для вас, друзья. А вот знаете сейчас, что начнется? Что я везде только хожу, выискиваю мужчин, высматриваю мужчин. Вот эта, кстати, тема тоже. Она сейчас, наверное, еще более актуальна. Я не знаю, как мне поступить, потому что те, кто смотрит мои видео более, наверное, тщательно и внимательно, заметили, что я уже давным-давно все свои новые видео делаю, и со мной рядом прекрасный мужчина. Это тот мужчина, которого я нашла. И я хотела вам об этом подробно рассказать, но теперь не знаю, как и быть. А вы что думаете?